Я даже без микрофона. Нет, лучше микрофон. Возьмите другой микрофон. Я на самом деле одним из представителей литературной гостиной. Нормально слышно все. Слышно, господа? Прекрасно. Имя Маяковского мне дает какую-то уверенность быть таким глашатаем. Да? Хочется ему соответствовать. Но на самом деле мы представляем, я в своем лице, вот две прекрасные коллеги со мной здесь рядом, они меня поддерживают. У нас есть, может быть, кто не знает, у нас есть прекрасная литературная гостиная на Фонтанке 46. Называется она немножко длинный иностранный акцент, Фонтанка 46, но на самом деле...